Поездка в Сыктывкар, возможно, перевернет жизнь Ольги Бузовой. Накануне телезвезде во время выступления сделали предложение. Видеоблогер Константин Басков, давно мечтавший признаться Ольге в любви, вчера все-таки исполнил свою мечту. Молодой человек пробрался в первый ряд танцпола, вручил Бузовой цветы и позвал замуж. «Ольга, выходи за меня!» – выкрикнул влюбившийся поклонник из зала. Оказалось, Константин загадал встречу с Бузовой на Новый год по отбой курантов. Бузова была ошарашена неожиданным признанием в любви и сильно растерялась. Она попыталась оправдаться, мол, на ней уже обещал жениться Тимур Батрутдинов. Впрочем, Бузова обещала рассмотреть предложение блогера. Уже после шоу он вручил Ольге Валенке еще один букет цветов, представившись ее женихом. Он настроен очень решительно. Кстати, в Сыктывкар Ольга добиралась большими трудностями. У нее был крайне неудачный перелет. Авиакомпания потеряла багаж артистки с техникой для концерта. Она переживала, что концерт будет сорван, однако ситуация в конечном итоге разрешилась благополучно. Это первое появление Бузовой после перенесенной на прошлой неделе тяжелой болезни. Выступления телезвезды были на грани срыва, так как врачи запретили ей петь. Однако серьезное лечение помогло ей довольно быстро вернуться в строй.